Всем привет! Сегодня у нас будет видео распаковка антикварных посылок. Очень много, особенно в последнее время, приходит вещей на оценку, вот, которые я оцениваю и также покупаю. На новой почте я все осматривал, раскрывал, чтобы четко все было, все приехало, ничего не разбилось, особенно елочные игрушки. Забегаю немножко наперед. Все доехало отлично. Расплатился уже со всеми. И теперь приступаем к обзору. Здесь у нас елочные игрушки. Такая вот слоник цирковой. Сейчас будем так выкладывать все. Все целые, все доехали. Вот такая вот девочка. Елочные игрушки я также все покупаю, оцениваю. Поэтому присылайте. И вот такая. Все доехало просто замечательно. Так, еще одна. Вот такая вот белочка на прищепочке. Вот будьте осторожны, потому что осыпается вся ихняя краска, поэтому максимально осторожно. Вот видите то, что происходит. Потому что, к сожалению, вот отсюда отколупалось. Вот это также все влияет на стоимость. Отложим ее поосторожней с ней. Так, в этой коробке все у нас. Салфетки обратно. Так, елочные пока не в сторону. Здесь у нас шахматы. Сейчас посмотрим. Такие вот. Состояние довольно-таки неплохое. И шахмат тоже начали очень много присылать. И деревянные, и пластмассовые. Хотя в роликах я говорил, то, что пластмассовые не ценятся. Но, как всегда, шлют и пластмассовые. В общем, ничего такого в них особенного нет, но тем не менее решил их купить. Значит, такие шахматы. Теперь мы переходим к этой посылочке. Так, вот эти ребята очень хорошо все упаковали. Респект. Все отлично доехало. Какие-то бонусы положили. Объектив И61LD. Состояние неплохое. Я также консультирую по фототехнике, по объективам, по биноклям. Поэтому присылайте. Маленький шпионский фотоаппарат. Это у нас Киев-30. Вот люди мне отсылали всей вот этой вот общей посылкой, поэтому решил взять. Так я их отдельно не покупаю, потому что они недорогие, дешевые. Но общей посылочкой можно. В
вот такой FAT 5, и на нем вот такой объективчик, как его называют, выдвигалка, выдвигается просто. Если у вас какие-то дома остались ненужные фотоаппараты, я готов их купить. Так, надо елочные аккуратно не разбить. Такая вспышка мне положили бонусом. Это у нас зоркий. Зоркий 4. На нем объектив Юпитер 8. Так, и вот такой вот зоркий 2 к нам приехал. Тоже на нем такая выдвигалка. Но это такое уже не очень состояние. Но тем не менее решил взять его. Такой уже подгулявший уже. Вот еще бонус положили. Оно, скажем так, не ценное, но до кучи с чем-то еще соединить, и потом можно все это продать. Так, эту мы с вами посылочку посмотрели. Так, теперь елочные игрушки. Вот здесь еще вот такая. Вот такая бабка-ёжка на прищепке. Откладываем их к елочным. Так, еще здесь. И вот такая. Я покупаю и оцениваю елочные игрушки как довоенные, так и послевоенные. Ориентировочно где-то до 75 года. Вот такого плана. На прищепочке они могут быть, либо же без. Обычные подвесные. Так, и последняя посылка. Давненько я не покупал то, что я вам сейчас покажу. Но эти предметы были у меня где-то так полтора года назад. И сейчас вот я их решил снова купить. Сейчас мы ее распакуем. Поэтому, если у вас есть такие предметы, я тоже их готов покупать. Очень интересные. На них тоже есть коллекционеры. Собирают их. Коллекционируют. Такая вот замечательная прелесть. Танк тяжеленький такой, нелегкий, но этот без постамента.
Там еще второй еще в коробке есть. Вот это поворачивается. Так, и второй. А второй должен быть поинтереснее, покрасивше. Запаковали отлично просто. Посмотрите на этого красавца, он именно вообще замечательный просто. Поэтому вот такие танки также готов покупать, может быть какие-то другие сувениры. Это раньше и в Советском Союзе, и в ГДР вот такие вещи дарили, кто служил. За различные выслуги, да и вообще на подарки дарили. Тоже такое вот интересное направление. Несколько килограмм весит. В общем, вот такие посылочки приехали. Все отлично, все классно. Поэтому еще раз повторяюсь, если у вас остались в семье какие-то интересные предметы, они вам не нужны. Я их также оцениваю только для своих подписчиков канала и готов покупать. От вас нужно всего лишь качественные фотографии. И высылаете на Viber или на WhatsApp. Контактный номер вы найдете, как всегда, под любым роликом на моем канале. Вот такие танки. Доехали, все в целости и сохранности. Елочные игрушки, шахматы, мои любимые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!